цикорий обыкновенный. Широко известен как заменитель кофе при гипертонии и менее известен как растение, пользующееся особым вниманием в магических практиках. В народной медицине используют корень, цветки и верхнюю часть растения. Цикорий успешно применяется при заболеваниях печени, холециститах, дискинезии желчного пузыря. При лечении печени и желчевыводящих путей цикорий наряду с бессмертником и зверобоем является одним из основных компонентов лечебного сбора. Цикорий способствует нормализации обмена веществ, выводит холестерин, стимулирует деятельность пищеварительных желез, действует желчегонно, противовоспалительно, седативно и кардиотонически, стимулирует работу сердца пожилых людей. Применяется растение при атеросклерозе, ожирении, нарушении минерального обмена веществ, почечной и желчекаменной болезни, подагре, остеохондрозе, болезнях суставов, при нарушении функций щитовидной железы, в сборах с другими лекарственными растениями усиливает их действие. Цикорий добавляет сборы для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, в качестве горечи используют для улучшения аппетита. Препараты цикория показаны при неврозах, истерии, астении. Цикорий понижает уровень сахара в крови и поэтому его применяют для лечения диабета. Цикорий обладает противоопухолевым действием и, подобно зверобою, усиливает лекарственные свойства других растений, с которыми входят целебные сборы. Отвары и настой из корня цикория применяют при туберкулезе, подагре и ревматизме. Примочками из настоя растения пользуются при экземе, кожной сыпи, фурункулезе. При трофической язве и экземе отвары из цикория прикладывают в виде примочек, которые делают на ночь на пораженные участки кожи. Также используют кашицу из верхней части растения в виде компрессов. При заболеваниях печени, селезенки и желудка, в том числе и опухолевых, пьют отвары из травы, корней и цветков, которые готовят из расчета 2 столовые ложки измельченного растения на стакан воды. Суточная доза 4 столовые ложки измельченной сухой травы и корня. Залить 0,5 литра холодной воды, довести до кипения, настоять до комнатной температуры, процедить. Пить отвар 4 раза в сутки на пустой желудок за полчаса до еды. Курс лечения до полного выздоровления. Здоровья вам и хорошего настроения!